Еще одна управляющая компания, которая работает на территории городского округа Люберцы, отчиталась о готовности к зиме. Смотр уборочной и коммунальной техники прошел в организации «Содействие». Она обслуживает многоквартирные дома в поселках Томилино, Красково и Малаховка. Что есть в арсенале компании и какие силы направят на борьбу со снегопадами, выяснял наш корреспондент. Эта снегоуборочная техника пока в ожидании старта работы. С приходом первых зимних осадков она начнет курсировать по поселкам городского округа Люберцы. С помощью нее придомовые территории и детские спортивные площадки будут доступными для прохода и проезда жителей. Предприятие полностью готово к эксплуатации в зимний период. Значит, на сегодняшний момент у нас 18 единиц техники уборочные. Это трактора, это автовышки и КАМАЗы для вывоза снега. 17 единиц малой механизации – это снегоуборщики для уборки детских и спортивных площадок. В штате управляющей компании 140 дворников на 105 придомовых участков. Если при обильных снегопадах этого количества будет недостаточно, организация привлечет субподрядчиков, с которыми заранее заключила договор. С такими же условиями будут работать аварийные бригады альпинистов. Мы рассчитываем, что зима будет, я все говорил, желательно мягкая, не очень снежная. Но мы готовимся всегда к обильным снегопадам, к пониженным температурам. Мы к этому должны быть готовы, и тогда, когда мы к этому готовы, мы зиму проходим. Вот на сегодняшний день, вот посмотрел, содействие в этом плане в полном объеме к зиме подготовлены. По охвату обслуживаемой территории содействие вторая после ЛГЖТ организация в городском округе Люберцы. На балансе управляющей компании более 300 МКД. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.